Корабля на бал имеет место быть штрафной. Хромых бьет прямым ударом паркету Глеб Петров. Внимание, Лялин. Хороший пас. Мурашов вдоль ворот. И как мяч там не заходит, путается в ногах защитников новой генерации. Глеб Петров, как я уже сказал, первый, единственный на данный момент вратарь. Футболист новой генерации. Еще один удар. После удара Москалева. И отправляет снова на угловой. Заброс длинный вперед от Санасяна на Хромых. И здесь что? Игровое столкновение. Новик с Лялиным. Ушел он в забровку. Ну, новой генерации тоже есть. Снова высокий прессинг новой генерации. Заброс успеет. Смирнов на длинных ногах. Да, и вот хорошая передача на Хромых. И главный герой Глеб Петров. Здорово как играет. Петров на выходе. Ну и здорово все сделал. Простой мяч. Плюс там еще защитник против него играл. Опять Заболонков подает. Смирнов активно прессингует. Точно такой же момент. Практически. Сначала ударил локтем, теперь локтем в нос получил. Против него и умудряется сделать на дальнюю штангу передачу. В середине второго тайма делает счет 3-1. И это уже попрочнее преимущество
Ну каков Евгений Мурашов? Как он там разобрался с двумя защитниками? Одним практически движением. Продолжается игра. Емельянов как отбирает мяч у Санасяна и без нарушения правил. Николаевич Горбунов по-футбольному так пихает. Возвращается интрига в эту игру, если она, конечно, была утеряна. Счет снова с разрывом. Контратака 2 в 1. Лялин. Передача на Санасяна, забивает Владимир Санасян. Гол, и снова один из лучших бомбардиров этого противостояния. Санкова, вернее, Дмитрий Волков там, по-моему, находился на пути. Посмотрите, как Волков отправляет роскошным ударом мяч в девятку. Оформляет дубль Дмитрий Волков. Вот и ответ всем, как говорится, на все вопросы. Опять Золядинов там получает повреждение. Бедный Родион уже со всех сторон избитый за эту стадию плей-офф. Да и даже не за эту, а за все стадии плей-офф. Не были реализованы. Хорошая возможность у Хромых. Выкатывает ему соперник мяч просто. Друзья. Хэт-трик на 16-й минуте увековечивает Никита Хромых. Не разобрались там защитники. Идут футболисты обеих команд в стыке. Здесь пас от Гуляйки. Так и может получиться у новой генерации. Бьет Елькин и Родион Залюдинов. Елькин. Прокошев у основания атаки. Практически в каждой атаке он участвует. Но здесь не совсем точно. Ну а вот неплохой пас. И чуть ли не в свои ворота забивает Павел Симаков. Родион Залюдинов. Маленькие футбольные хитрости с его стороны. Все-таки решили, что, наверное, будут готовиться уже к завтрашней игре. Ваш комментатор Виктор Хартунян следил за ходом этой встречи. Ждем вас завтра. Всего доброго. До свидания.